Последние 30 лет Нина Путилина к 6 утра идет купаться в прорубь, а затем сюда, в баню номер 2 на Самарской 140. Знает здесь каждый уголок. Теперь после ремонта помещения, уверяет, лучшего места для оздоровления и отдыха не найти. А самое главное, чисто русский наш рецепт. Из огня и в полымя. Горячий и холод. Горячий для любого лица, для кожи, для морщин. Холод и парная. Это истинно русская баня. Больше нам ничего в России не надо. На ремонт второй самарской бани из городского бюджета направили почти 4 миллиона рублей. Отремонтировали полы, потолки, заменили деревянные окна на пластиковые, установили пожарную сигнализацию. Есть еще и скрытые работы, такие как работа с кровлей. У нас здесь в этом здании были проблемы с протечками кровли, пожарная безопасность. Ну, для примера, конечно, деревянные шкафчики в бане, которые находились здесь, наверное, с 60-х годов, с 70-х, уже не проходят ни по каким критериям. Здесь металлические несгораемые шкафчики стоят для одежды. Поход в баню для русского человека всегда был чем-то особенным. Веники, жгучий пар, неповторимый банный воздух. В Самаре теперь есть еще одно место, где можно получить и здоровье, и пользу, причем не в ущерб кошельку. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События.